Це громадське телебачення Запоріжжя онлайн. Ми продовжуємо наш прямий ефір і нагадуємо про скайп. Вкотре ви тільки що дуже багато телефонували. Також ми нагадуємо, що ефір у нас прямий, тому нам можна писати в соціальні мережі, ставити питання нашому гостю, робити якісь репліки з приводу того, про що ми говоримо. І наш сьогоднішній гость – це Юрій Вернедуб. Так. Тренер Луганської Зорі. Головний тренер Луганської Зорі, для котрої Запоріжжя на останній рік стало, ну, можна сказати, що другим домом. Родним городом. Да. Да. Ну, можете трошки такий екскурс, як переїжджали, коли вирішили, що ну, буде саме що так, саме і що саме в Запоріжжя. Да. Ну, це случилось буквально, закінчився тот год, тот чемпіонат в маї місяці. У нас був відпуск. И уже в отпуске я узнал, что действительно есть вариант переехать в Запорожье. Позвонил генеральный директор, попросил узнать, где мы сможем, сможем ли мы здесь проживать, сможем ли мы найти те условия для нашей работы, то есть тренировочные поля, стадион. Ну, а другие города какие-то рассматривали? Или рассматривали, честно рассматривали, и Сумы рассматривали, и Кривой Рог рассматривали, Днепропетровск рассматривали, но остановились на Запорожье, потому что и... Город достаточно красивый тоже. Это связано. Ну, скажите, ага. Да, я сразу... Ну, тобто, я такі жарти, що Вернедуб за собою привіз команду. Чули про таке? Ну, я, естественно, очень был рад, когда узнал о том, что будем мы здесь, потому что все-таки свои, будем говорить так, я не буду этого, 49 лет, из них больше половины я прожил именно в Запорожье. Точно так же, как и игроком, точно так же, как тренером, и вообще вот семья и все... Мы родные здесь, то есть не считая, конечно, родителей, сестры, брата. А так, в принципе, это по, если брать по отца линии, то это моя родина. Отец сам с Вольнянского района, село Троянды, поэтому там и мои бабушка, дедушка похоронены. То есть, в принципе, корни отца отсюда, Запорожье. То есть главная причина это все-таки инфраструктура, а не то, что инфраструктура, фактически однозначно, ваша вторая родина. Однозначно инфраструктура, потому что, во-первых, здесь очень хороший стадион, Слуцкая арена, который позволяет играть игры чемпионата. Плюс есть поля, на которых мы тренируемся. Нам пошли люди на то, что на уступки. В том году мы тренировались на Титане. Стадион Титан, это на Кичкасе, прекрасное поле. Да, стадион, конечно, старенький, все, но нам самое важное – это газон. В этом году начали тренироваться, вот сейчас переехали на Торпедо. То есть тоже мне очень знаком этот стадион, потому что я точно так же, как был и в Металлурге, игроком точно, и тренером, то точно так же и играл за Запорожское Торпедо, когда оно еще было тоже в высшей лиге. И тогда полностью команда зависела от завода, Коммунар. Вот, а вы когда переехали, то есть какое-то время вы отыграли в Запорожье, вот в ноябре снова как бы пошла волна таких разговоров, что вы планируете перебраться в Винницу, вот была такая... Ну, разговоры были, если честно, новость. Да, ездили опять же наши руководители, генеральный директор, знакомился с инфраструктурой опять же, ту же Винницу. А почему все-таки вот допускаете возможность отъезда из Запорожья? То есть тогда вот, я помню, по ноябрю одной из причин озвучивали, например, слабую поддержку болельщиков. Ну, оно так и есть, не то, что слабая поддержка, конечно, мы привыкли к тому, когда... У нас в стране был мир и было все хорошо. В Луганске очень любят футбол. И тем более, когда команда начала показывать достаточно неплохие результаты, то есть на игры достаточно много людей ходило. Если наш стадион вмещает 20 тысяч, поверьте, на игры с Шахтером, с Динамо, с Днепром полный стадион. А если брать с других соперников, таких же, как и мы, там ниже рангом чуть-чуть, то все равно 1012 это всегда присутствовало. А у Винницы больше вболевальников Луганской Зорі? Нет, я думаю, просто из-за того, что все-таки в Виннице уже очень давно тоже, когда-то там была команда, это самобытная команда, не в Виннице. А, просто еще быть единой командой в месте, правда? Да, ну, да, что поэтому, что нет, там сейчас футбола нет, и мы думали, что действительно, если переедем туда, то людей это заинтересует, люди будут ходить. Тут все упирается в то, что в Запорожье есть свой любимый клуб, Металлург Запорожье. Ну, мы а відчуваєте конкуренцію в цьому сенсі? От тут саме ні, ви знаєте, стінах. Конкуренція тільки на полі може бути, а так, ну, яка конкуренція? Все-таки Металлург-Запорожжя – це Металлург-Запорожжя. Це клуб, який в цьому місті знаходиться. Ми, звісно, як гості. Хоча в останнє час, коли от, на ігру з Динамо, я вважаю, люди все одно приходять. Надіюсь, якщо ми будемо показувати цікаву ігру,
то и а как вообще, вот, ну, одно дело инфраструктура какая-то, другое дело, вот как город принял, то есть как, не знаю, болельщики приняли, то есть как вот с другими футболистами, то есть вот как вообще осваивать, чисто по-человечески? Mm-hmm. Да. Нет, чисто по-человечески однозначно, я не буду кривить душой, огромное спасибо городу, людям, приняли прекрасно. То есть ребята чувствуют, что нет никаких натянутых там... как это правильно сказать, общение с людьми. Поэтому все прекрасно, все хорошо. И я в этом городе, я уже говорил, больше половины своей жизни прожил. И очень многих знаю, и меня знают. То есть всегда поддерживают, приходят на тот же футбол поддержать и меня, и нашу команду. Поэтому я думаю, что в этом плане все супер. А для самих футболістів переїзд, наскільки болючий, і я так розумію, що, ну, от, події там продовжуються, у багаті, багато хто з футболістів, ну, самі з Луганська, і от, ну, от, ну, як з цим бути? В этом плане, конечно, чесно, мені даже сложно судить, потому что есть ребята многие, которые с самого Луганска, там родились, есть команда. Есть очень много, вы знаете, в нашей команде молодых ребят, воспитанники Академии «Шахтер», то есть это город Донецк. Многие из них, к сожалению, ну как, не к сожалению, вот, благоустраивались. Кто-то купил жилье, кто-то его начал благоустраивать, потому там. Что они там, именно в Донецке, в Луганске, да. На данный момент, вы сами понимаете, они все здесь, все осталось там. Конечно, это сложная ситуация в данный момент. Я понимаю прекрасно ребят, казалось бы, у них уже есть жилье, потихоньку становятся деньги вложены. Да, обычно купить, известно, да. На уже что оставалось, там машину купил там себе, ну вот сейчас вот буду собирать, там уже думать о семье. И в один момент, когда это все произошло, конечно, я думаю, что это очень тяжело. А вы обговорюете взагалі вот эти темы? Ну стараемся, конечно, спрашиваем, ну, у моих ребят там, допустим, остались родители, потому что они сюда приезжают, конечно, потом назад едут, но я их тоже прекрасно понимаю, у многих родители небогатые люди тоже, у них за свою жизнь они заработали ту же квартиру или там что-то. И это все оставить как-то, ну, сложно. Мне сложно судить, я в такой ситуации не был, но я их понимаю. И они, естественно, надеются и ждут, что когда-то это все прекратится, и все-таки тот же Донецк и Луганск останется в нашей единой, как говорится, Украине. И пусть какой-то статус, как говорят наши политики. Я вот честно, сложно мне об этом рассуждать, но чтобы самое важное, чтобы мы были действительно в Украине. А как вообще, вот, ну, все ли футболисты были согласны с, вот, с отъездом, с переездом? Ну, по крайней мере, в нашей команде, именно даже те ребята, кто с Луганска, кто с Донецка, конечно, никаких проблем не было. Все приехали, все понимают, это тоже их работа, они профессионалы, им деваться просто некуда. Поэтому они переехали, работают достаточно серьезно, у меня никаких проблем в этом плане нет. По отношению их к работе, именно к ребятам. А вот чемпионат закончится в мае, то есть после этого? В конце мая, да. После этого планируете все-таки вот еще искать что-то или уже все-таки? Ну, на данный момент, допустим, поймите тоже, у нас команда с региона, Луганск, как говорится, Луганская область, и президент наш тоже, в принципе, все завязано было на Луганске, Донецке. Поэтому мне сложно судить, хотя я могу еще раз сказать, я благодарен и президенту нашего клуба, и генеральному директору. Делают все для того, чтобы команда держалась на плаву, команда, есть условия для тренировок, есть условия для проживания. Ребята проживают по съемным квартирам, потому что снимают квартиры, в этом плане тоже помогает где-то и клуб, который старается оплачивать это жилье для ребят. А вот вы говорите, там трудно, ребята держатся, но по факту-то Заря сейчас четвертое место вообще. Вот. Ну это действительно так, но поверьте, много тоже есть проблем. Ну, мне не хочется на эту тему полностью говорить, сколько, как, но есть финансовые проблемы, есть, и это не секрет, я не думаю, что это секрет для кого-то, но в нашем футболе, сейчас взять, осталось 14 клубов, я думаю, ну, может быть, нету проблем, на мой взгляд, это у Динамо Киев, Шахтера, Днепр, может быть, еще Полтава, Ворскла, но все остальные клубы, я думаю, очень это все повлияло, я думаю, большие проблемы, давайте мы доиграем этот чемпионат. Потому что я даже не знаю, что будет дальше. Не только с нами, а вот именно с украинским футболом. Хотя мы все верим и надеемся, что все-таки все будет нормально. Мы готовы на все идти. И вот как вот пишут там многие клубы на понижение. То же самое. Ребята не смотрят на то, что там понижение. Мы это прекрасно понимаем. В какой ситуации вся страна наша. В какой ситуации все люди. И мы не имеем права тоже
что-то требовать или как-то переступать через что-то. Мы все люди должны вместе все это пережить и сделать выводы, а там жизнь покажет. Я надеюсь, когда все наладится, то і все по-другому буде. Ну, скажіть, а от трохи детальніше, якщо можна, про стосунки з Металургом. Дві команди зараз в одному місці. Чи граєте ви, ну от... Контрольні ігри, товаришські? Да. Ну, звісно, у нас було желання, от навіть зараз великий перерив був, ми хотіли зіграти. Але, к сожалению, вони договорились на цей день вже зіграти з командой Днепр, Днепропетровск, поэтому у нас не получилось. Хотя второй раз... Просто подейкую, що дві команди стільки вже часу і жодного... Контрольної гри. Да, жодного, щоб якось... Ну, я не думаю, не знаю, з чим зв'язано, але я чесно скажу і не боюсь, це вже два рази обращався к тренерам і к руководителям, хотіли сыграть. Ну, поки що були відказ. От коли ще Таран Олег був, працював в тому році, то мы действительно сыграли, но опять же они договорились с Днепром играли, а мы с ихними дублерами, но он состав смешанный сделал с дубля игроки, с основной командой, и мы с ними играли на базе, именно на Великом Лугу. Это было. Ну а на данный момент, я думаю, еще сыграем, ничего страшного, тем более у нас еще осталась игра чемпионата с ними. А щодо кадрових змін, тобто у багатьох футболістів закінчуються контракти, що зараз відбувається в команді? Ситуація. Будуть ли вони продовжувати? Ні, ну є така ситуація, звісно, я ж говорю, давайте ми доіграємо цей чемпіонат. Тих хлопців, в яких ми заінтересовані, і ті хлопці, які дійсно будуть готові продовжити цей контракт, ми їм предложимо, я думаю, і руководителі, будемо розмовляти, я буду розмовляти, прежде всего, з генеральним директором, зі своїм президентом, говорити своє мнение, але все одно приймати рішення їм прийдеться. Я думаю, що все-таки зможемо знайти точки соприкосновення з тими хлопцями, які нам необхідні. Я не бачу смисла їх втрачати, тобто будемо обговаривать и договариваться по контракту. Есть ребята, которые уже все-таки возраст тоже, тот же Саша Грицай, там, Желька Любенович, которые, ну хотя они, я сейчас скажу, очень сильно нам помогли. Но посмотрим, если они дальше будут позволять их здоровье, все, конечно, будем тоже обговаривать. Хотя есть дубль тот же, который, к сожалению, тоже находится не здесь, в Запорожье, а находится в Кременчуге на данный момент. Многие ребята молодые, там перспективные есть, будем смотреть на свою молодежь. То есть будем выходить из этой ситуации. Те ребята, у которых закончатся арендные контракты, именно молодые наши, тот же Малиновский, допустим, Малышев, Караваев, те ребята, которые в аренде у нас, я думаю, что будем делать все для того, чтобы с ними продлить эту аренду и дальше сотрудничать. Хотя я бы такое, что если была возможность, то, конечно, лучше, чтобы они были у нас на контракте. Но, к сожалению, они находятся на контракте Шахтера Донецк, а у нас всего лишь в аренде. Как вам вообще Торпедо как стадион? То есть, вот... Вы знаете, я моя молодость с футболистом там провел два года. Просто с тех времен да, очень много. Но с тех времен очень много утекло воды, вы правильно говорите. Стадион, конечно, есть. В принципе, поле в нормальном состоянии. Там за ним следят. Директор стадиона Ищенко Федорович нормально к этому относится. Помог нам в этом, чтобы мы там тренировались. То есть все условия создал для этого. Плюс у нас тоже с собой есть агроном наш, который непосредственно занимается полями. Поэтому по самому полю проблем нет. Ну а так, конечно, инфраструктура уже видно, что потерпела под тоже. Да, а вы часом не слідкуєте за тим, у якому стані вот, у Луганську вот, ваш стадион? Что с футболом что вообще вот там? Вот, даже, ну, я точно так ну, же, и вас не свій да, стадион, там же ну, чи є у вас же, там якісь слухачі? Точно слуха, так же, как и вы вот, по пресі, там, что создали ЛФС, Луганский футбольный союз. Ну как это, что это для меня? Это... Я думаю, в Луганске всегда была команда «Заря». Я знаю, насколько там люди ее любили, эту команду, и действительно, как они относились к футболистам, к команде, к клубу. То я, наверное, думаю, что все равно они до сих пор следят за нами, пусть по телевизору, пусть по интернету, но все равно отслеживают, потому что смотришь отзывы, всегда в интернете есть очень много лестных слов и отзывов. Ну а там создали эту команду, я не знаю, насколько я читал, по прессе знаю, две игры они сыграли с Абхазией или как, я даже не представляю. Ну, это уже не та команда, я думаю, даже если захотят команду создать, ну, наверное, сложности все равно там будут.
А скажіть, а вболівальники пишуть от гравцям, у вас же ж є сайт, тобто котрі, можливо, залишились там, а спостерігають тут? Чи, конечно, такий, конечно, да? Есть, что общаются, вот тот же Никита Каменюк, он сам родом с Луганска и очень много общается со своими друзьями, с фанатами, с теми же болельщиками, то есть... Что нормально. Ну, что тоже нелегко сейчас такое время, но на данный момент, допустим, что более-менее спокойствие, тишина именно в самом городе стали приводить в порядок. Есть самое необходимое свет, то, что вода, это все есть, то есть люди начинают потихоньку отходить, хотя все равно слышны выстрелы, слышны эти грохотания, но на окраине уже города. То есть уже все равно есть какой-то сдвиг в пользу мира. То же самое, наверное, и в Донецке. Как мы с вами вместе, я могу только сказать то, что я вижу по телевизору. А так, конечно, когда слушаешь тех ребят, которые оттуда приезжают, вот родители их, то немножко картина меняется. Поэтому мне сложно судить об этом. Честно, от сердца хочется, чтобы быстрее все это закончилось, чтобы нашли какие-то точки соприкосновения. Но я не представляю, как может быть ДНР, ЛНР. Но это, опять же, мой взгляд. Это я чисто субъективно. ЗНР. Ну, мы выросли, живем в одной стране, Украина, которая, я считаю, ну, на порядок выше по людским отношениям, по характеру, я думаю. Ну, я тоже в России 4 года, как игрок был в Санкт-Петербурге, в «Зените». И нормальные люди тоже все. Но я скажу, что все равно наш народ более... крепкий, более сильный, я верю в то, что мы выдержим. Ну там просто північніше, тому можливо, может быть, нордичнее. Я этого сенсі. Лично, для меня сложно понять, как такое могло быть вообще. Кто-то сказал бы, я в жизни не поверил бы, честно. Это сложно, у меня в голове это не укладывается. Ну а взагалі про політику говорите в команді, чи дуже так обережно? І чи хлопці не втрачають надії повернутися, чи вже ну, от, з кінцями просто звиклися ну, з думкою про те, що от, доведеться от, Запоріжжя зараз? Тимчасово, можливо, чи на постійне? Нет, вы знаете, все равно разговоры идут. Понятно, что стараешься, у каждого своя точка зрения. Я прекрасно это понимаю. Если у человека сложилась своя точка зрения, ее переубедить очень сложно. Очень сложно. Поэтому стараемся общаться все равно. Где-то, если только начинают, видно, что где-то идет накал, лучше сразу по тормозам отойти от этого. Хотя, я думаю, все равно большинство за... то, чтобы как она была единая и целостная Украина, чтобы она так и осталась. Я просто уверен в этом. Ну, я думаю, и ребята это понимают, но такого быть просто не может. Мы... А вот переехала только, не только же команда, то есть и в Запорожье принимает очень много вынужденных переселенцев вот из Луганска, из Донецка. Видите вот болельщиков каких-то? Конечно, вот... конечно. Да. Здесь в Запорожье даже есть, вот приходят на футбол те люди, которые жили в Луганске, сейчас на данный момент находятся здесь в Запорожье, пока вот это все идет. И тоже приходят и на футбол, и общаются, и разговариваем, то есть нормальные. Ну, я думаю, те, кто действительно в душе есть Украина, то, я думаю, все они здесь где-то, ну, не только здесь, пусть в Днепропетровске, в Киеве, но все на территории Украины, я думаю. Те, кто, может быть, по-другому думает, у каждого человека своя мысль. Сложно переубедити. Ну і, власне, можливо, не дуже доречно говорити про морально-бойовий дух, коли команда зараз на четвертому місці. Які плани, на якому місці хочете закінчити і що ні, амбіції? Вибачте, але мені маякуч, у нас є скайп. Да? О, так? Да. Ви відповісте, але трохи згодом. Ага. Вітаємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви і ваше питання. Добрий вечір, звати мене Ілля, я з міста Запоріжжя. Слідкую за тим, як виступає футбольний клуб «Заря». По-перше, хочу подякувати Юрію Вернодубу за його гарну таку роботу, за ці переживання з Фейєнордом. Побажати, щоб ви надалі пройшли кваліфікацію Ліги Європи, все-таки потрапили туди, розвивали. І до вас таки два запитання. Може, перше з них – це чому українські футболісти так фізично трошки відстають від Європи. В чому проблема? В тому, що українські футболісти от, не дотягують фізично. Що заважає розвивати фізику? От, це перше питання. І друге питання. Коли дивишся чемпіонат України з футболу, то виникає таке з боку таке відчуття, що хлопці вони не бігають, вони так, як на роботу вийшли, відпрацювали зміну, і все. Вони не горять футболом.
От звичайно, ми як самі хлопці збираємось, да, ми граємо в футбол, ми граємо заради гри. Ми насолоджуємося. А чемпіонат України це так, вийшли, бам-бам-бам, ну все, програли, судді винні, ті винні, фізики немає, все, до побачення. От чому такі проблеми? Дякуємо вам. Ну, большое спасибо за лестные и хорошие слова, прежде всего. Ну, давайте по порядку. Первый вопрос. Это про физичный стан европейского. Стан, да. Ну, я думаю, немножко не соглашусь все-таки. Есть, конечно, различие большое. Если сравнивать наш украинский чемпионат с английским чемпионатом, то это, конечно, очень большая разница, да, именно по физическому состоянию. Мне посчастливилось ездить год назад в тот же Лондон, Тоттенхэм команду, там, где работал главным тренером Вилла Боуш, который сейчас работает в Санкт-Петербурге. И вот мы неделю там были с Сергеем Поповым, наблюдали за их тренировочным процессом, за командой. Ну, прежде всего, это отбор. Ну, там сумасшедший отбор футболистов. Там, если взять у нас отбор, какой идет, и там, то есть не в обиду нас. Есть чего выбрать. Да, требования, да, требования очень большие. Второе, это... Ну, я думаю, все-таки физически, я не могу сказать, что мы очень сильно отстаем, но там все-таки они уже изначально выбирают сильных. То есть у нас, вот посмотрите на нашей академии, в наших академиях много детей приходят и занимаются футболом. Но по конечному результату, я даже беру вот по своему дублю, по U19, неплохие мальчишки перспективные, но здоровья, к сожалению, нет. Вот они попадают в первую команду и уже видно, что... Ну, не подойдет он по здоровью, то есть не хватает у него ни выносливости, ни здоровья, ни силовой выносливости. То есть, ну, работать, работать и еще раз работать. Там, конечно, в этом плане две большие разницы. Во-первых, это есть где себя готовить, то есть условия для подготовки той же молодежи и тех же юношей, допустим, во всех отношениях, как поля, как тренажерные залы, ну... Инфраструктуры просто сумасшедшие. У нас же взять, ну у кого инфраструктуры хорошие? Это только Шахтер, Динамо, Днепр, сейчас, да, ну, Металлург Запорожья, насколько знаю, очень хорошая школа и всегда славилась своими воспитанниками. Ну, зараз у Шахтаря тоже с инфраструктурой. Тоже проблемы, да? Видите, да. Поэтому, ну а самое важное, я думаю, что это где-то у нас тренеров, наверное, тоже отложилось. Вот это вот правильно заметил молодой человек, как только проиграешь. То не так, это не так, то не сложилось. Но я думаю, надо поэтому для нас, прежде всего, тренеров побольше работать над своими, да, ребятами и повышать их физическое состояние. Тогда они будут и выглядеть совсем по-другому. Что касается второго вопроса, опять же, тоже... Проходить по полю. Да. Ну, тоже это правильные слова. Много есть таких игр, когда смотришь, действительно, сопоставляешь игры нашего чемпионата Украины с играми испанского чемпионата, конечно, большая разница. Но я не соглашусь немножко, думаю. Есть точно так же и там такие бывают игры. Это все-таки работа есть работа. Но я бы не назвал даже это любимая работа должна быть. Футбол и спорт это, я думаю, должно в сердце всегда быть. Я беру по себе и приходить на нее ответственно. Мы сделаем выводы от этих правильных слов. Будем, по крайней мере, я буду делать все для того, чтобы, если люди будут приходить сюда, в Запорожье, на наши игры, мы ходить не будем точно. Будем от первой минуты до последней выкладываться. А мы прослідкуємо за вами. Дякуємо вам дуже, що сьогодні до нас прийшли. Приходьте ще, приводьте з собою футболіста якогось. Обязательно. Наступного разу. Да, обязательно. Та я заміжняю, що таке.